Начинаем, Вика. В декабре у нас проходила акция, в которой разыгрывалось 1000 долларов. Буквально несколько назад определился наш победитель. И сейчас он получит свой приз. Спроси, Игорь. Как вас зовут? Скажите. Меня зовут Игорь. Я откуда вы? Загородная клуб Тучкова, дом отдыха в Подмосковье. Тучкова. Камеру в камеру. Да. Смотрим в камеру. Отлично. Женя. Как руководитель, как художественный руководитель. И давайте мы там. Пускай девушка расскажет, вторая в это. Да, зачем художественный руководитель? Потому что. Все, да тебе нужно это вручить. Хорошо. Это снимается. Мы не будем сто раз это снимать. Потом размонтируешь. Мне кажется, что было лучше девчонку. Давайте, да. Держи, поздравляю. Покажи, посчитай. Верно. В смысле, мы не будем снимать? Не будем. Мы только снимаем один кадр. Да, спасибо большое, все верно. Очень приятный сюрприз. Вообще желаю вам, вашему коллективу, творческих успехов. И хочется заметить, что после вашего выступления градус нашего мероприятия сильно возрос. И потом все прошло абсолютно на ура. Все плясали, танцевали, все стали номера. Они были подпитаны той энергией, которую как бы вы выдали в вашем выступлении. Желаю вам успехов и надеюсь, что в настоящем, в наступившем году мы будем чаще с вами встречаться и вместе радовать наших гостей. Успехов. Спасибо. Ты довольна? А почему ты выбрал нашу роль? Потому что я с вами работаю уже не в первый раз, и качество вашего выступления, красота ваших девушек, и номер с огнем, который был, вот, по-моему, в финале нашего выступления, он абсолютно всех поразил. Потом я общался с нашими гостями, все были просто в восторге. Спасибо. Поздравляем. Соответствует цена тому качеству, которое шоу-балет делает? Абсолютно соответствует. Мы не пожалели нисколечко, что опять же с вами работаем. И считаем, ну, нам кажется, что в Москве сейчас такое количество разных всевозможных групп, трупп. Вот, но ваш коллектив очень положительно отличается от многих разных вариантов. У нас был, поверьте, опыт. Вот, и мы считаем, что это стоит того. И как бы все как бы правильно мы сделали. И надеюсь, мы тоже. Я вашим будущим заказчикам прекрасного коллектива Russian Production, я хочу пожелать не сомневаться, заказывать, вы будете абсолютно удовлетворены качеством выступления группы, и ваши гости будут очень довольны выступлением молодых людей и прекрасных девушек на вечере. Спасибо большое. Ты издеваешься сейчас над нами?